Хеллоу, ребяточки! Сегодня у нас среда, 2 ноября, и сегодня у нас официальный посвят, в котором я участвую. Вот такой вот у меня прикид. Я уже еду где-то полчаса или минут 35. С кем мечтали, с кем хотели. Проехал 1/3 пути. Не теряться никогда. Это офигительно просто, ребят. Там авария какая-то жесткая. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше. Точнее, когда я не самый старший в компании. Мы перед выступлением на рыбалке ловим рыбу. Куда глаз не сорвалась? Я немного разбил камеру, но надеюсь, вам не видно, что я ее разбил. Она упала. Объектив. Это наша гримерка. Меня не надо гримировать, потому что я и так хороший. Это Маша, это Рома, мы стиляги. Да, вот. Опять от спиной гондон тупой. Егор, классика. Ваня хуёво танцует. Блядь, сука, пиздец. Ёбаное говно. Я не хочу. Я тоже не хочу. Наконец-то за это закончилось. Что, хочешь, осталось пережить еще неофициальный посвят. Сейчас будем опять клятву давать. Мы давали ее уже 31 августа, что ли. Давай сдиганем. Если вы с достоинством нести звание студентам ИК. Клянемся! Клянетесь ли вы отдавать все силы для усвоения знаний, которые дают вам здесь преподаватели? Клянемся. Клянетесь ли вы не пропускать никогда? Клянемся. Партнеры. Быть достойными студентами моих. Клянемся. А где шампанское? Облейте меня спортпитом, я покурим. Ребята, не курите, а то станете такими, как вот этот и вот этот. А я не курю, вот. что за подстава, я не курю. 2-2-8, я не знаю, что это значит, но 24-7, тоже не в курсе. Ласточка, все, ездит до сих пор. Мне на ней еще год ездить. Погнали. Я сегодня немного уронил камеру, и линза покоцалась. Вы можете сейчас видеть пятно. Образовалось такое мутное. Я в скором времени постараюсь поменять эту линзу, вот, потому что денег на новую GoPro нет. А так с удовольствием я бы купил себе новую GoPro. Короче, в описании под видео есть реквизиты, помощь каналу. Вот, если кому не сложно, можете скидывать, и я куплю себе новую линзу, куплю микрофон для GoPro, который вы давно просите, микрофон для камеры, вот, и все в этом роде. Вот, всем спасибо. Третье ноября, зима. Доброе утро. Извините, как все замело. Чуток. Сходил я на первую пару. Первой пары была история. А второй пары нет. Вот меня бесит такие ситуэйшнсы. Вот, пришел в тачку, сейчас буду тут музон слушать. И расскажу вам один прикольчик, ребятки. Вот на этой стороне тормозят оба колеса, а на правой стороне
заднее колесо, заднее правое колесо не тормозит, если только с ручника, вот, и когда я торможу, у меня клинит переднее колесо, потому что на этой стороне тормозит только одно колесо, и можно куда-нибудь улететь. Три колеса у меня тормозит из четырех. Ой, ёпта, вот меня бесит, тут мало места. Ребят, напишите, что вы делаете, когда у вас окно. Видите, какие технологии в «Жигулях». Спинка может откидываться. Закончилась учеба, как же я счастлив. Поехали домой, ребят. LSD, DMT, мескалин. Опа, что стоим? Опа, опа, кокаина. Оп, оп, yeah. Надеюсь, мы хотя бы изредка будем общаться. Ничего не поменять. То, что было, прошло. Сожжены все мосты, все точки на и не убрать ни слов. Это Коля. Это наушники. А, Ваня дебил. Не смешно. Ну, правда. Пришли выбирать, Коля, наушники в МВидео или в Медиамаркте. Вот, скажите, где вы покупаете вообще технику? В МВидео или в Медиамаркте, или вообще в каких магазах? Ваня, тебе ничего не напишут. Мне интересно. Тебе ничего не напишут. Коля купил себе новые форсы, зацените. Они уже грязные. Привет, ребятки! Сегодня пятница, 4 ноября. Мы снова приехали в Fashion House, Outlet Center, деревня Черной Грязи. Тут офигенные скидки и классные вещи. Вот, пойдемте, купим. Мне нужен пуховик, потому что моему пуховику уже 6 лет. Даже 20 раз не могу сразу. До завтра. Ну что, видите какое-либо пятно? Я тоже не вижу, потому что у меня нет экрана, это во-первых. Во-вторых, его нет. Я поменял линзу, ребята. Это стоило 4500. Вот, ребятки, моя старая линза. Видите, она тут разбита чуток. Обидно, конечно. Вот оригинал такой. Я еще купил себе защиту на линзу. Вот такая штучечка. Вот так закрывается, зацените. Хопа. Надо купить микрофон, да, ребят? И вот такую штуку, потому что она у меня уже сломана. И держится на одном креплении. Короче, ребят, радуемся жизни. У нас снова офигенное качество. 1080, супер вью в 60 кадров в секунду. Каев. Ага, мы приехали. Сегодня премьера фильма нашего мастера Астрахана «Любовь без правил». Завтра стартует в кинотеатрах, кстати. Стоим в Биг Маке. Ой, стоим в Маке. Стоим в Маке. Пожалуйста, чизбургер и чикен... Чикенбургер? Бургер, да. Картошку приезжаете? Не, не, спасибо. Есть с собой? С собой. Здесь с собой? Да, с собой, да. Короче, встретил ребят Никитку, Лола, вот, перед премьерой. Сегодня премьера фильма нашего мастера «Любовь без правил», завтра в кино выходит. Хорошо, обязательно. Вот, да, вот, короче. Дай ему поесть. Киноцентр «Соловей», ребят. Да, фотографируем, тоже так далее, это все. Идем, я хочу ссать. Рома, как дела? Дела? Почему ты перестал видео на YouTube снимать? У тебя 600 тысяч подписчиков. Ну, кризисные времена, ЕГЭ. Я как-то не мог снимать, и прослушивание я тоже не мог ходить. У меня камера Тумадур такая. Вот. Ну, а так я, да, серьезно планирую продолжать. Если что, это был косплей на Рому Жолоде. Всем спасибо. Ваня, не снимай меня, опять ужасно получаешь. Да ты красивая, Маша. Ну, вот это вот 360, давай. Вот это ну, вот. Ну, да, вот. Это да. Огурцы, заебал помидоры. Снимать. А вдруг это твоя мама посмотрит? Пизду. Ты чё, офигел, Егор?
Чтоб не запыхался. Идем водички попей. Чтоб не обнаглел. Чтоб понимал, что это ему награда. Вот мне всем понравился фильм, а Машина реакция вот такая. Возле режиссера прям. Че, Маш, пойдем подойдем это, к мастеру, скажем, типа, вообще красава. Оператор красава уже есть. Спецэффекты КАЕР. Вместе это делаем. Сценарий вообще, бля, охуенный. Братаны, 10 из 10. Типа билеты прямо сейчас берите, ибо раскупят. Серьезно. Нет, накидав... действительно, сходите, это стоит посмотреть. И учитывая, что ты у нас мастер. Реально классный фильм. Домой я поехал. Привет, друзья, сегодня пятница. У меня через 15 минут начинается физкультура. А дверь не открывается, ребят. Ребята, дверь открылась только с другой стороны. Опоздал, поехали, поищем какие-нибудь скользкие места и подрифтим. Есть у меня подруга, на тела здесь как дура. Днями и ночами, живет глазами печальными. Судьбу не поменяешь, утверждает отчаянно. Блядь пропал уже давно, чай перед рампом. Вечерами ужин дома, вспоминая гандон. Зато руль, знаете, как крутится, просто вообще никак. Короче, ребят, как-то так, не хочу мучить машинку. Привет, мы в авиапарке с Алиной. Вот. Все. Я вчера звоню ей и говорю, что... Она мне сразу отвечает, я занята. Я говорю, все нормально, да, все хорошо, да. Я говорю, ты скучаешь? Она говорит, давайте позже отвечу, все, пока, и скидывает. И я не успел сказать, ты не ответишь. Потом где-то час ночи, у нее 2 часа ночи. Вот, я у нее спрашиваю, что ты обещал ответить? Она говорит... Ну, она что-то отвечает, что не хочет. Я у нее спрашиваю, ты хочешь, чтобы я приехал? Она говорит, что нет. Говорю, ну, я имею в виду на зимних. Она говорит, нет. Вот. А ты не думала насчет того, чтобы сделать ей сюрприз? Просто взять и приехать, не спрашивая, у нее хочет или нет. Меня также спрашивали, хотела бы ли я, чтобы приехал, типа, он сюда в Москву за мной, чтобы помириться. И я была на него злая, и я сказала, что нет, не хочу, но в глубине души я надеялась на то, что он меня не послушает, просто приедет, и мы с ним поговорим. И приехал бы он тогда, все было бы иначе. Но это лично у меня. Ну, я у нее спрашиваю, ты хочешь, чтобы я приехал? Нет, я сплю, доброй ночи. Ты хочешь в Москву ко мне? Не отпустят. Все, игнор. И что делать сейчас? Тебе либо ждать, либо ехать. Ждать? Пока она сама не решится на это. Но это довольно-таки сложно. Не все люди выдерживают отношения на расстоянии. Смотрите, какой красивый. Это все H&M и Алина. Кто меня смотрит уже 2 года, помните видео «Откровение с Ваней Мандарином»? Я Лиза губы намазывала, а мы сейчас... Меня намазали румяной. Вот
так мы развлекаемся в пятницу. Так, привет, ребята, сегодня у нас суббота, и у нас сегодня неофициальный посвят. Так, смотрите, женский туалет, так. Так, ребята, что вы тут делаете? Почему не вьетнамская? Потому что вьетнамская. Вот так и живут в общаге Нугика, первокурсники. Надо туда, вперед! Дайте я посмотрю, дайте мне, надо заснять! Срочно, срочно! Марк, прошу! А это потому, что долго шли, да-да. Блядь! Ты тоже, мы что тоже? Это посвящение, сука, чё вы ёбаны? Каждый год посвящение первокурсников именно так и проходит. Облили, что это шампунь, блядь? Это сливки сказали. А йоу, мы добрались до лофта. Дай привет маме. Поздравляю с посвятом. Осталось, дайте выжить, пожалуйста. Иван держит слово, он и не пьет, и не курит, поэтому доверяйте ему и смотрите его, ребята. В общем, я не знаю, когда это говорить, поэтому скажу сейчас. Ребят, конечно, это все очень хорошо, интересно, посвят, да? Но если вы не пьете, не курите, то... Ну, будет скучновато вам. Это я такой человек, который может без алкоголя и без всяких веществ курительных нормально себя чувствовать в такой компании. Вот, а вот вам или кому-нибудь другому будет тяжело без алкоголя. Вот, так что подумайте, надо ли вам идти на посвят, если вы не пьете, не курите и вообще ведете здоровый образ жизни. Обращайтесь по номеру 1, потому что там Александр Литвинский, или же, как его называют в народе, Иван Мандарин, скажет вам, как правильно поесть зерна и как правильно накачаться. Это важно для спортсмена, если что. Вот. Если что, важно для тебя, важно для меня. Спорт – сила, спорт и бухло. Я люблю вас всех. Раз, два, три, с тобой, и он ее пил. Мы с тобой в этом мире одни. Далеко, 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 далеко. Мы смог узнать. Ведь мы с тобой чемпионы любви. Мы с тобой чемпионы одни. Никогда, никогда, никогда никому нас не догнать. До последнего дня. Может быть, поздно, может быть, с ним может быть, буду и уйду навсегда. Смотрите, надо заспать. А тебе. Блять, как горячо. Я не могу сейчас. Если долго держать. Мне будет плохо одной. Все же невозможно. Так отчаянно любить. Пока был снег. Это все о нем. Все случилось так. И здесь не при чем. Прозвучат слова. Вот как на воске. Thank you.
него тут 200 миллионов подписчиков, а у него 7 тысяч, он продолжает делать, чтобы все стало лучше. У него все получится. Люди, верьте ему, он все сможет. Молодец! Спасибо большое! Так что ты есть, потому что ты делаешь такие вещи, которые, ну... Да я бы постеснялся снимать свой блог, рассказывать про свою жизнь. Боже, я спал! Залетает на меня Армен такой, «Мудрый, я тебе желаю миллион подписчиков!» Без 15 и 5 утра. В 5 утра будем слушать «Пьяная моя любовь!» Ты звонит снова, что не любит меня. Скинет со стола, со спины шмотки все седа. А в один день исчезнет, исчезнет. Доброе утро. Иду, слушаю Ice Baby. Без 15:08 утра. Скоро рассвет. В общем, да, такая вещь, это сложная, конечно, этот посвят. Не спать целые сутки. 100 раз подумайте, идти вам надо на посвят или нет. Весело, конечно, да. Вот. Но вымотанные будете жестко. Я очень нуждаюсь в вашей поддержке. Репостните, пожалуйста, на стену, к себе ВКонтакте. Расскажите в жизни реальной, друзьям своим, вообще вот всем. Расскажите про мой канал, кому только можете. И в интернете, и в реальной жизни. Вот, буду очень вам благодарен. Так что лайк не забывайте поставить и подписаться на канал. Также подписывайтесь обязательно на инстаграм мой. Там осталось совсем чуток, до 1000. Давайте добьем 1000, я буду очень-очень рад. Вот, в общем, смотрите, очень красивый мост вам напоследок. И до следующего влога, спасибо, что смотрели, обожаю вас, пока, ребята. Ребята, рекомендую вам подписаться на канал Владимира Буланина. Его канал основан на продвижении здорового образа жизни. Так что, если вам интересна такая же тема, какую пропагандирую и я, то подпишитесь, пожалуйста, на Владимира. Вот, сейчас у него 20 подписчиков. Давайте наберем ему 100. Дадим начальную аудиторию для развития. Всем огромное спасибо. Ссылка в описании. Подписывайтесь.